Исәнмесез, кызлар? Исәнмесез, кызлар. Девочки, мы продолжаем урок технологии. Мы начали с вами вышивать большую салфетку для покрытия свадебного блюда чак-чак. Я уже вам говорила, что история интересная. Обязательно у каждой девушки должна быть такая салфетка. Вот. Когда будете выходить замуж, меня вспомните. Ну, стежки. Я смотрю, уже Алсуна очень интересный получается. Вырисовывается. Вот, посмотрите. Обратите внимание. Видите, пока она дома сидела, она уже поработала очень хорошо. Молодец. Кому что непонятно, со стежками, с цветом, вы подходите. А сейчас мы продолжаем урок. Я к каждой из вас подойду, посмотрю, чем вы занимались дома, и продолжаем работать. Вышиваешь по шерсти, когда вышиваешь. Это может быть. Ну, хотя уже раз начала, то... Чушка маленькая. Да ты что? Некрасиво это, потому что ты неправильно зашиваешь. Ну, так я же вам покажу. Нет. Ну, уже поздно.